Так, доброе утро, уважаемые. Для рыбалки все есть необходимое. С речка до моста, можно сказать, тоже открытое. Озеро еще во льду и устье после моста в речке тоже во льду. А до моста лед размыло. Все. То есть везде, на всех речках можно рыбачить, но пока рыбалка такая бестолковая еще. Вот. Вот видите, все, мост, да под мостом еще водичка. Посмотрим, как там дальше сейчас. Ну да, здесь течение идет. Течение идет, как конкретно самое второй центр фарватер. Там промыло. Почти до озера. Почти до озера, да. Так что можно начинать везде пробовать. Везде рыбачить. Вот, обещали сегодня заехать, дать информацию по Омеду, что там будет. Ну ладно, чего, пока.